Друзья, всем привет! Сегодня я буду делать рождественский венок. Впереди у нас Рождество, Новый год, и этот веночек, я думаю, будет актуален. Для его изготовления я взял 360-й ШДМ красного цвета, 160-й металлик золота, 260-й темно-зеленого цвета, также уже надул 5-дюймовые шарики круглые красного цвета, 5-дюймовые шарики металлик золота, также понадобятся фольгированные звездочки 9-дюймовые, насос и запайщик. Вот, пожалуй, все. В первую очередь мы связываем шарики друг с другом. У нас будут идти два зеленых и один красный. 360. Так, первые три шарика. Да, кстати, совсем недавно я залил ролик плетение якорная цепь. Вот по таким плетениям и будет плестись венок. Только я показывал плетение, использовал 4 шарика, здесь будут использованы 6 шариков. Так, сейчас я вам все покажу. Так, берем наши шарики. Отмеряем на красном шарике пузырь на 5 пальцев. Делаем скрутку. Отмеряем на зеленом шарике пузырь на 5 пальцев. Тоже делаем скрутку. И теперь вот эти 3 шарика вот, заводим вот таким образом между пузырями. И скрутки перекручиваем. Вот что получается. Вот. Теперь смотрите. У нас остался еще 3-й ШДМ. Мы его также делаем на нем скрутку. И вот сделали скрутку. И вот с этими скрутками, вот с этими, перекручиваем. Дальше делаем опять пузырь 5 пальцев, делаем на зеленом ШДМ пузырь на 5 пальцев, делаем скруточку и вот таким образом перекручиваем. Оставшийся ШДМ на нем делаем тоже пузырь. И скручиваем. Вот. И шариков. Вот. Продолжаем. Делаем пузырь на 5 пальцев. Делаем здесь пузырь на зеленом на 5 пальцев. И вот. Две скрутки перекручиваем. Вот этот ШДМ, третий, вверху. Делаем на нем тоже скруточку. Пузырь отмеряем, вернее, потом делаем скруточку. И все
4 шарика перекручиваем. И продолжаем делать точно так же. Скруточку делаем на красном. Отмеряем пузырь, делаем скрутку на зеленом. Два шарика перекручиваем. Берем верхний, третий. Тоже делаем скруточку. И все три шарика перекручиваем. Пузырь на красном, пузырь делаем на зеленом. Перекручиваем. Отмеряем на зелененьком. И опять все три шарика перекручиваем. Итак, друзья, после того, как у нас вот эти шедевры практически закончились, вот, что мы делаем? Мы берем еще три шарика. То есть получается вот эти три шарика, вот нижние, вот эти нижние три шарика, мы их сдуваем аккуратненько. Вот эти три верхние у нас остаются пока. Эти шарики мы нижние три сдуваем. Связываем их, связываем три кончика вместе, вот, и привязываем новые три шарика. Таким образом мы будем продолжать делать дальше. Отмеряем опять пузырь. С этой стороны пузырь. Выкручиваем. Вот этот зеленый. Все, и точно таким же образом мы сейчас обрежем вот эти вот три, оставшиеся ШДМ, и на их место привяжем еще три новых. Я беру еще три шарика, эти оставшиеся аккуратненько сдуваем. Кончики хорошо связываем друг с другом. Вот. И привязываем новую тройку шарика. Друзья, все, после того, как мы привязали
новых три шарика. Продолжаем плести в той же последовательности. Отмеряем пузырь. Отмеряем у зеленого шарика пузырь. Перекручиваем. Отмеряем на зеленом шарике пузырь. И скрутки перекручиваем. Опять делаем пузырь. Делаем здесь пузырь. Перекручиваем. Итак, друзья, я уже буду заканчивать. Осталось сделать несколько пузырей. Ну вот и все. Теперь оставшиеся ШДМ перекручиваем в одном месте. Далее аккуратненько сдуваем. И связываем хвостики, чтобы не развязали. Вот такая получилась у нас гирлянда. Теперь мы берем два конца и соединяем вместе. Лишнее обрезаем. Так, друзья, у нас получился вот такой веночек. Придаем ему форму круга. Итак, друзья, после того, как мы сделали сам веночек, вот такой у нас получился, мы будем делать листья падуба. Я думаю, вы все видели, как правило, расположены три колючих листика и красненькие маленькие ягодки. Вот сейчас я вам поподробнее покажу, как делать эти листики. Я беру для изготовления листья вот такой запайщик. Беру три звездочки фольгированных, 9-дюймовых. Вот. На запайщике регулятор
температуры, я устанавливаю чуть больше единички. Вот. Если вы сделаете больше, вы просто пропалите звездочку. Дальше. Вот таким образом находим серединку. То есть перегибаем, делим звездочку на две части. И ложим вот на этот нагревательный элемент. Прямо посередине. Да, еще такой момент. Запаивать, то есть мы будем не до конца. Немножечко оставляем место. Ложим таким образом. Все. Запайщик отключается автоматически. И вот здесь уже получился шов. То есть две стороны, это и это, они спаялись в этом месте. Теперь вот на этой грани примерно находим серединку. И от центра запаиваем таким же образом. Все. И с этой стороны аналогично делаем. Все. Вот получилось у нас раз, два, три. Три спайки. Сейчас я надую, и вам будет уже все понятно. Вот такой получился листик. Я его также в этом месте клапан спаяю. Можно раз за два, даже три. Все. Он надутый, воздух уже не выходит. Я сделал еще. Один уже предварительно тренировался. Ну и давайте еще для закрепления еще сделаем третий листик. Центр и по краям. Таким образом. Старайтесь, чтобы фольга ровно ложилась. Не было больших заминов. Все. Теперь надуваю. Тоже запаиваю. Все. Получилось вот таких вот три листика. Дальше я беру их и связываю друг с другом. Теперь три листика вот эти я буду привязывать вот здесь, к этому стыку. Вот так. Предварительно я надул вот такие три шарика. Как он? Примерно пальца на три, но вы можете уже на свое усмотрение. Вот. Связываем их вместе. Тоже. Главное, чтобы они не были не сильно большими, не сильно маленькими. Вот. И теперь вот таким образом располагаем их. И кончиками, вот, кончиками получается через вот эти вот листья. Через листья вот этими кончиками привязываем сюда к центру.
расправляем. Таким образом. Итак, друзья, после того, как мы сделали листья падуба, сделали ягодки, все это привязали в центре, мы будем делать бантики. Для бантика я взял, как говорил уже ранее, 160 ШДМ, металлик золотого цвета, и из него буду делать их. Так, приступим. В первую очередь я делаю пузырь на 5 пальцев, делаю скрутку, делаю круглый пузырек, делаю пинч-твист, делаю петельку, буквально вот на 3 пальца, делаю вторую петельку такого же размера. Делаю вторую пузырь длины. Вот я вам показал для примера. И я уже сделал еще 2 бантика. То есть всего будет 3 бантика. Теперь этот бантик мы будем крепить в центре. Для этого я взял кусочек, обрезок ШДМ. Вот таким образом подмотал. И сейчас за него, с помощью его, буду крепить. Чтобы прикрепить, я беру, завожу вот сюда вот. Под пузырек ШДМ, вот таким образом, и хвостик завожу вот за пинч центра. Все. Сейчас поправлю его немножко. И таким же образом привязываем вот здесь вот по краям оставшиеся 2 бантика. Также привязываю кусочек ШДМ, 2 бантика. И привязываю вот с этой стороны. Сейчас я закрепляю. Все поправляем. Вот такой получается веночек рождественский. И теперь я буду прикреплять вот эти шарики 5-дюймовые. Металлик. Я их сильно не надувал. Примерно вот на 3 пальчика. Вот. И теперь мы их крепим просто хаотично. То есть, где вам больше понравится, туда и привязывайте. Давайте я сейчас привяжу. Их даже можно не привязывать, а просто кончик протягиваете под пузырем и прячете вот именно между пузырями.
дивиться. Еще раз все поправляем. Все, друзья, вот такой вот получился веночек, рождественский веночек. Если вам понравился этот видео урок, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, будет еще много интересного. Ну и все, всем пока-пока.